Девочки, всем привет! У нас сегодня очередная серия про палетки теней. И начнем мы... Вообще, я решила, что сегодня будут квадратные палеточки теней. У меня вот такая вот классная стопочка. Каждый раз меняю какой-то концепт, я не знаю, от балды у меня по настроению происходит. Первая палеточка, которую я вам покажу, это серия Crystal Power. Там была еще палетка румян, если я правильно вспоминаю, но я ее брать не стала. Для меня эти румяшки были, показались мне слишком такими, ух. Хотя вот я потом девочек видела, очень красивые были. Сначала мне дизайн не очень понравился, а потом понравился, и особенно мне понравилось содержимое, потому что здесь палетка состоит практически из украшалок. Здесь один матовый в середине, обычный такой матовый коричневый оттенок. Я беру еще другие палетки в помощь, а сюда беру такие подвижные века, в основном на подвижные века, девочки, все тени. Здесь очень классные оттенки, мне нравятся, безумно, конечно, нравятся вот эти два и вот этот бордовый. Это сатиновые тени и некоторые тени здесь с краплениями блесток. Попытаюсь вам показать. Мне кажется, видно иногда, да, что там блестки есть. Так, вот эти и теперь вот эти четыре. Зеленый. И вот этот вот, какой он красивый, такой мятно-голубой оттенок. Это полная сверкалка. Посмотрите. Так. И зеленый. Зеленый, потому что зеленый. Такой травянистый, зеленоватыми блестками, зеленоватыми, золотистыми. И потому он выглядит таким вот ярким, сочным. Классная палеточка, очень мне нравится. Очень рада, что я ее тогда купила. Сейчас, девочки, я вам покажу 4 палетки от Beach Cosmetics из такой квадратной серии. 16, здесь везде 16 оттенков и практически везде 10 грамм. Практически нет, везде 10 грамм. Первая палеточка, которую я получила, которую я покупала, это была Moroccan Sunset. Такая красоточка, необыкновенно красивый пейзаж. И такие вот классные тени. Мне нравится, что здесь рефилы очень маленькие. Нравится сатина, нравится матовый. Короче, качество теней мне очень нравится. Хотя, на первый взгляд, может показаться, ну, ничего особенного. В принципе, у Essence такого вообще дофига. Но как-то на веках они сидят прямо особенно. Вы знаете, девочки, текстура немножечко похожа на вот эти нежные новые шиммеры от Essence. Такие вот они. И матовые здесь тоже, кстати, классные. Но вот эти вот три не особо интересны, потому что они очень бледные сами по себе оттенки. Вот. Эта палеточка у нас называлась Moroccan Sunset. И вот, в принципе, палитра такая у нее. А еще я тогда заказала, или чуть позже, Midnight City. Тоже классное оформление, правда, девочки? Она очень маленькая. Вот посмотрите, как чуть больше ладони. Видите? Действительно, как будто машины едут, да, и вот все вот надписи в магазинах, которые освещаются таким, вы знаете, цветным светом. Вот это вот все как будто такое нечеткое. Романтика ночного города. Так.
И здесь мне очень понравились вот эти вот оттенки, прям безумно. Смотрите, какой синий. Вот этот такой серый, стальной. Так. Давайте, наверное, вот тут продолжим. Вот это давайте наслою, потому что такой в один слой, он не такой красивый, как в несколько. И здесь еще есть вот этот с блестками, такой а-ля сатиновый. Вот сюда. И матовый тут тоже красивый, но сейчас, девочки, покажу вам. Ничего прям супер особенного для матовых теней. Peach Cosmetics вполне себе обычное качество. Хотя вот эти чуть поярче будут. Так, и вот этот еще тоже. Два. Этот нужно наслаивать. Тогда симпатично смотрится. Так, такие оттенки, знаете, матовые, которые у них есть такой зелено-серый подтон, а они иногда в такую грязную зеленку растушевываются. Иногда их лучше действительно наслаивать. Так, такая вот палеточка. И вот это мне пришла тогда в подарок, ее в подарок давали. Так, все эти палетки, по-моему, у нас 11 евро стоят. Но 11 евро, я считаю, это завышенная цена для них. Хорошая цена это евро 6. 6, ну 7 евро. Так, Summer Loving. Ее много критиковали, что она не такая классная. О, ну, может быть, потому что она бесплатно многим доставалась. А мне кажется, что очень классные оттенки. Мне и гамма понравилась, и качество. Я не увидела, чтобы качество теней намного отставало как-то другие палетки из этой серии. Не увидела здесь ничего такого. Так, давайте вот эти вот матовые возьмем. Вот эти тоже классные. И вот этот. Шикарный оттенок. Видите, да, какая нежнейшая палитра. Соответствует названию палетки. Мне она очень понравилась. И еще одна палетка. Это был подарок от Евы. Illusion. Палетка 16 цветов. И тоже классные оттенки. Я тоже на нее смотрела, но я все ждала приятной цены. Смотрите. Обалдеть, да? Лавандовый, красивый. Так, потом вот. Вот этот неплохо было бы наслоить. Так, это вот этот был. Такой, знаете, кристально-голубой, какой-то очень красивый, с блестками. Так, следующий ряд. Здесь вот реально каждый ряд очень интересный.
И последний ряд из этой палетки. Красный, коричневый, синий и зеленый. Такая вот красота, девочки. Ой, это даже не коричневый, это темно-фиолетовый. Мне очень нравится эта серия палеток. Я бы ее и собирала и дальше. Если бы я вот не сдерживалась в этом году, то я бы точно скупила и эту новинки, и старинки, которые мне не хватает. Видите, я старалась не закупаться палетками. У меня год 20-й прошел под эгидой «Купи меньше теней». Не могу сказать, что я в общем меньше покупала. Косметики, да, но парфюмов зато я прикупила себе столько, сколько у меня не было. И, может быть, если не корона, то и не было бы. Я не думаю, что я бы так искала какую-то отдушину. Итак, девочки, продолжаем. Следующая палеточка – это как домашняя марка Beauty Bay. И у меня палетка на 9 цветов Bright Shimmer. Здесь все оттенки шиммерные. Девочки, очень такие, текстура у этих теней тонкая, и вот если вы посмотрите, то у них отражение света не очень сильно, они скорее наоборот, как будто поглощают его. Но по насыщенности мне тени очень понравились, смотрите. Конечно, опять же таки, если бы я не сдерживалась, я бы скупила просто все тени из этой серии. И больше, наверное, меня привлекают такие малюсенькие палетки, чем большие. У меня есть одна большая, но тоже потом вам я ее покажу. Но девяточки, они просто, я не знаю, какие-то они такие приятные. Ми-ми-ми. Так. Еще вам покажу одну палетку, которую я вам показала, и она больше практически не мелькала. Carity Nudes and Truths называется палетка. Она была не бюджетная. Вот эта марка на Beauty Bay представлена, но потом ее круто уценили, и она пошла практически за копейки. Вот это я купила за 5 евро. Отхватила. Такие палитра... Скорее холодная, холодно-нейтральная. Почему-то вот этот показывает прямо рыжим, но он не рыжий. Я помню его... Блин, я не дотерла пальцы. Я помню его как нейтральным оттенком. То есть вот это вот нейтральный, нейтральный, может чуть в теплинку. Вот это в бордовый уходит оттенок, вот это чисто коричневый. И такие очень спокойные сатины. Сейчас я вам, девочки, покажу. Немного напоминает мне тени Зоева, на самом деле. Да, очень мне напоминает тени Зоева. Вот, это сатины из этой палетки. И покажу вам вот эти, наверное, 4 оттенка тоже. Светлый совсем, думаю, не особо интересно на него смотреть. Брала я ее, потому что подумала, о, такая холодно-нейтральная палетка, как классно, лишней не будет в коллекции. У меня действительно не так прям много теней в холодной палитре, то есть надо выискивать отдельные палетки, и там вот есть по одному-два оттенка, а здесь прям вся палетка такая холодная. От Revolution у меня шоколадка есть, которая называется Chocolate Death. Или Death by Chocolate, что-то в этом роде. Да, она тоже холодная.
И поэтому я, конечно, за 5 евро, а там еще так красиво было написано, что до этого она там, я не знаю, 15 евро стоила или сколько там, конечно, я ее взяла. Ой, девочки, и осталось показать вам вот эту коллекцию Essence, которую я брала в прошлом году. Я так ее активно и не использовала, должна сказать. Оформление палеток, мне понравился концепт. Это была лимитка, которая была представлена исключительно онлайн на сайте Essence. Мне понравился концепт, да, элементы земля получается, огонь, воздух и вода. Но качество самих теней, оно средненькое. Как будто, знаете, Essence чуток... Нет, оно хорошее, в принципе, но я не знаю, как даже сказать. Текстура теней такая сатиново-шиммерная, как вот раньше были, понимаете? На глазах смотрятся они неплохо, очень неплохо. Единственное, что у меня ни одного видео с собиралки с ними нет. Но если погуглить их и посмотреть туториалы, вот какие девчонки делали, вот этот голографик здесь, то нормальные тени, но ну, очень скромненько, вот так вот, короче, я скажу. Если бы они стоили где-то 4 евро за палетку, я бы и слова не сказала, но, девочки, они стоили 7 евро, они стоили 7 евро. И оформление, знаете, как будто я с Алиэкспресс заказывала. Вот такое вот оформление у них, так они ощущаются. Здесь не буду вам делать сводчи, потому что это просто голографики. Опять же таки какие-то шиммерные. А в той палетке, в другой, которая у меня есть с голографиками от Essence, там получается сатины, и они красивее, чем эти. Вот это, конечно, здесь пигментация крутая, очень хорошая, можно из нее выжить. Но опять же таки шиммеры. У меня, девочки, уже просто аккумулятор, батарейка садится. Ну вот, вы видите, скромновато, скромновато, слишком скромно. И что самое такое раздражающее меня, сейчас, девочки, вышла онлайн-серия, и эта земля такая землянистых оттенков, окей, зеленые, да, в принципе, я такие люблю. Наверное, мне, может быть, из-за зеленых она нравится и больше всех. Но мне кажется, здесь и качество лучше, вы видите, даже мне кажется, по сводчам видно. Почему я немного расстроенных чувствах? Сейчас вышла опять лимитка, представлена только она онлайн, называется Be Power, и тоже с элементами. То есть они обыграли вот эту серию. Она теперь, упаковка у нее круче. Я, правда, не видела сводчи, но то, что я видела, мне понравилось больше. Упаковка у нее поинтереснее, и они стоят всего лишь 5 евро. Мне это прямо так немного расстроило. Тоже очень хочется ту серию купить. Ну, блин, получается у меня две одинаковых серии почти. Ой, не знаю, девочки. Короче, и главное, что никакую из этих палеток я дать не могу. Те, которые мне не совсем нравятся, потому что это, ну, как бы, это система. Иначе коллекция теряет смысл. Ну, короче, вот они меня чуть-чуть разочаровали. Вот, девочки, это в принципе все. Буду заканчивать с этой частью. Надеюсь, вам было интересно. И попрощаемся мы ненадолго до следующей части. Всем пока-пока, хорошего вам дня.